Одинцовский округ в числе лидеров Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. За 2023-2024 годы на территории муниципалитета появится 15 новых детских садов и 10 школ. 9 образовательных учреждений возводят за счет бюджетных средств. Все объекты и бюджетные, и нет, строго контролируем, постоянно проводим штабы, еженедельно проверяем и ход строительства, и качество того, что делают подрядчики. 1 сентября 2023 года в микрорайоне Гусарская Баллада откроется школа на 2200 учащихся, самая большая в Подмосковье. Еще один долгожданный объект – пристройка на 500 мест к Одинцовской 14-й гимназии общей площадью 12 тысяч квадратных метров. К маю там планируют завершить все монолитные работы. Также до конца года будет завершено строительство здания школы на 550 учеников в Немчиновке. Ведутся работы по строительству нового здания школы для детей с ограниченными возможностями. Наша школа на На 200 учеников общая площадь объекта составит 6-8 тысяч квадратных метров. Проводятся работы по устройству плит перекрытия, прокладка новой трассы теплоснабжения, наружным сетям электроснабжения и дождевой канализации. Объект также мы постараемся ввести в этом году. В этом году также будут введены в эксплуатацию 2 детских сада по улице Кутузовская в Одинцове на 400 малышей и на 300 воспитанников в Новоивановском. А к 1 сентября 2024 года запланировано открытие школы в Звенигороде на 1100 учеников и образовательного учреждения на 550 мест в поселке Горки-2. Продолжаем с вами еженедельные штабы. Контроль осуществляем за ходом строительства. Соответственно, нашим подрядчикам и застройщикам помогаем в решении всех проблем. Производим своевременную оплату авансов выполненных работ, чтобы здесь не было у нас никаких задержек и отставаний от графика. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».